игровой монитор с фактором кривизны 1000 R и частотой дискретизации до 240 Гц. Сегодня мы познакомимся с монитором Samsung Odyssey G7, модель C27G75TQSI. В комплекте поставки сам монитор, съемная подставка, сетевой шнур длиной 1,5 метра, кабели USB 3.0 и DisplayPort, установочный диск и документация. Перед нами игровой монитор с матовым покрытием в классическом черном цвете, который будет хорошо смотреться на рабочем столе и сочетаться с остальной техникой. Геймерских элементов дизайна тут немного. Круговая подсветка, расположенная вокруг места крепления подставки, и перекликающиеся с ней треугольные элементы по бокам нижней грани дисплея. Цвет подсветки регулируется. По умолчанию он синий. Подставка получила нижнюю часть в виде трехлучевой звезды. Она устойчивая и не будет занимать слишком много места на столе. Монитор можно расположить так, как вам удобно. Повернуть, наклонить, опустить или поднять, развернуть на 90 градусов в портретный режим или повесить на стену. Он совместим с креплениями веса стандарта. Перейдем к экрану. Сразу в глаза бросается то, что он изогнутый. Фактор кривизны 1000 R соответствует кривизне человеческого глазного яблока. Этот параметр обещает полное погружение в игру при сниженной нагрузке на глаза. Сам дисплей построен на качественной VA-матрице с характеристиками, близкими к IPS. 178 градусами обзора по горизонтали и вертикали, пиковой яркостью до 600 нит и статической контрастностью 2500:1. Диагональ видимой части дисплея 26,9 дюйма, а разрешение 2560×1440 точек. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон и более миллиарда цветов. Два основных параметра для динамических игр – время отклика и частота дискретизации тоже на уровне – до 1 миллисекунды в игровом режиме и до 240 Гц. Последнего значения можно добиться при подключении монитора через DisplayPort. Кстати, о портах. Они собраны на задней панели прямо под круговой подсветкой. Здесь вы найдете два разъема дисплея 1.4, один HDMI 2.0, два USB 3.0 и USB для работы хаба, выход для наушников и разъем для кабеля питания. Из особенностей отметим технологию синхронизации кадров G-Sync, которую оценят владельцы видеокарт NVIDIA, и систему уменьшения мерцания Flicker Free, и систему уменьшения мерцания Flicker Free, которая заботится о снижении нагрузки на глаза. И пару слов об управлении. Прямо под логотипом производителя на нижней кромке монитора находится четырехпозиционный джойстик-кнопка. Он вызывает виртуальную панель управления, позволяет перемещаться по ней и выбирать параметры. Подытожим. Samsung Odyssey G7 – игровой монитор с непревзойденным на сегодняшний день фактором кривизны, приличной матрицей и большим выбором возможностей подключения. Неплохой выбор для продвинутых геймеров.